好意，good to see you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Yeah, good to see you. Nice to meet you. Personally. Well, yeah, giving to you what has been prepared by the local organizing committee. Yeah. Actually, we prepare first draft of the local logo, city logo, right? So this one is for you to start. Yeah. Very good. And we have a small personal gift for you. Thank you. A Swiss chocolate. Wow. Символы города. Это новый стадион, который мы строили к чемпионату мира по футболу. Надеюсь, что-то похожее мы сможем уже в следующий раз сделать на волейбол. All right. So, I hope after next year you can bring one with the volleyball stadium as well. Yeah, sure. Okay, sure, very good. Sure. Very good. Thank you very much, sir. Исторический, действительно, проиграющий в волейбол.
Украине больше расскажет о подготовке в регионе. Спасибо. Участница запланирована период со 2 по 4 сентября 2022 года, сыграет на тренировочной арене игры чемпионата, определенный специализированный волейбольный дворец спорта Меркарли. В Ленинградской области накоплен значительный опыт проведения крупных международных спортивных мероприятий. В 2017 году Ленинград принимал чемпионат мира по футболу. Также мы принимали чемпионат мира по футболу среди инвалидов, различные международные соревнования, матчи национальных сборных команд по футболу, по регби. Непосредственно в дворце спорта Ленинграда проходили матчи мировой олимпийской квалификации по волейболу среди национальных женских сборных команд России, Кореи, Канады и Мексики, матчи Евролиги по баскетболу, а также матчи Лиги чемпионов по волейболу. Популярный мужской вид спорта в Ленинградской области, и у нас более 14 тысяч человек систематически занимаются волейболом. В 2018 году было подписано соглашение о создании профессионального волейбольного клуба Ленинградского региона, стали чемпионами. И каждый домашний матч «Локомотива» — это непередаваемые эмоции и атмосфера спортивного праздника. Для подготовки дворца спорта Интарный план включает такие мероприятия, как подготовка зон для работы средств навигации для участников и зрителей, комплекс мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность, и адаптации дворца спорта Интарный выполнены, другие находятся в процессе выполнения, и окончательная реализация плана для чемпионата, который возглавляет губернатор Ленинградской области на заседании регионального комитета о сотрудничестве с Оргкомитетом по Львовске 2022. Продвижение чемпионата в регионе планируется в ходе проведения домашних матчей волейбольного, выбора талисмана, его презентация, продвижение тур, трофей чемпионата.